Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И сегодня хочу проанализировать статистику по каналу, в частности, по плейлисту «Павлова Посадские платки». Да, на нашем канале это самый популярный плейлист «Павлова Посадские платки», а также «Павлова Посадские платки» – моя коллекция. Там два плейлиста. И вы знаете, я уже еще с прошлого года заметила такую статистику. Мы активно снимали видео и в прошлом году, и позапрошлом году. И первые наши видео появились в 2017-2018 году. И одно из них было самое популярное – это «Философия узора». «Философия узора» – это видео получило наибольшую популярность на нашем канале. Оно заняло больше 35, по-моему, тысяч просмотров. Там лайков 1200 с чем-то, я посмотрела. То есть большое количество комментариев. И одно из тоже популярных видео – это видео «Павлова Посадские платки» в Санкт-Петербурге. Но после этого, этих двух видео, популярных, интересных, и еще, да, новинки осени, вот тоже это был 17-18 год. Три этих видео были самые популярные на нашем канале. И потом, вы знаете, постепенно я стала смотреть статистику. Мы продолжали выпускать видео, нам писали о том, что сделайте обзоры, нам очень интересно. Но, тем не менее, мы делали обзоры весна-лето в четырех частях, затем мы делали белопольные платки в двух частях, мы делали обзоры новинки осени 2019 года. И, вы знаете, статистика постепенно, ну, падала. Что-то было более популярно, что-то менее популярно. Но тем не менее, вы знаете, я хочу просто сравнить даже вот последние наши видео. Статистика вот за 6 дней. Да. Ну вот, например, вот мои платочные новинки, часть первая. 6 дней тому назад. Просмотры, вы видите, 2200, да, тысяч просмотров. И одну неделю тому назад, это павлово-посадские шали, глубина цвета, я показывала, 1,3 тысячи просмотров. Ну вот, в принципе, вот такая статистика. Или вот, допустим, там видео по запросу, 637 просмотров. То есть, вы знаете, вот такого существенного отличия, да, от видео, которое снимается на телефон, без каких-либо изысков, без музыки, без спецэффектов, да, разница совсем небольшая. С чем это связано? То есть мы можно взять телефон и снять на телефон видео и выложить его, и оно будет популярным. А можно взять, так сказать, долго этим заниматься, там, неделями монтировать, подбирать музыку, спецэффекты, делать красивые титры. И вот всего лишь вот такая несущественная разница. С чем это связано? Ну, я связываю это с тем, что тема павлово-посадских платков постепенно уже, так сказать, насытила людей. Если, допустим, до этого это была какая-то редкость, диковинка, никто об этом ничего не знал, то сейчас уже, кого ни спроси, все об этом знают и тебе все по полочкам разложат, где, что и как, и научат. И еще выскажут свое мнение, что данный колорит, допустим, неудачен, или все носят одинаковое. Вот. И вы знаете, как-то честно, я думала, ну, может, поменять как-то формат видео, допустим, по одному платку выкладывать или по несколько платков выкладывать. И в сообществе я проводила опрос, где дала три варианта ответа. Ну, мнения разделились, кто-то хочет несколько платков, чтобы было представлено, кто-то хочет один платок, но другие, много людей говорят на усмотрение канала. Вот, поэтому, вы знаете, сложно сказать, сейчас большое количество каналов, которые показывают
полупосадские платки, все вы это все знаете, каждый показывает, как он может, как он считает нужным. Это полезная, интересная информация. Но вот я со своей стороны могу сказать, что наши видео, я думаю, что те, которые сделаны вот в профессиональной программе, в которой много вложено труда и кропотливых часов, я считаю, что они как-то не заслужены. Рейтинг их вот на данный момент, я считаю, что незаслуженно низок. Вот. И мне, нам, конечно, это, ну, я считаю, что это не должно быть так. Поэтому, в свою очередь, я могу сказать, пожалуйста, если вам видео нравится, пишите комментарии, ставьте лайки. Затем делитесь этими видео с другими людьми, потому что таким образом тогда вот эти хорошие наши видео смогут посмотреть многие люди, и рейтинг канала повысится. Могу сказать, что вот на сегодняшний день у нас количество подписчиков превысило 3000. То есть у нас 3000, больше 3000 подписчиков. И, конечно, мы вам очень благодарны, что вы смотрите, подписываетесь на наш канал. Большое спасибо. Это наш с вами совместный труд. Поэтому вы нам очень помогаете. Итак, сейчас вам покажу, сколько у нас подписчиков. 3010. И хочу показать вам лучшие видео на нашем канале, ну вот за текущий период. Это у нас Павлово-Посадские любимые авторы, платочки, потом Павлово-Посадская любовь, лазурит, караваны и так далее. Затем Павлово-Посадские платки, новинка зима, мои шали, разбор полетов, платочная медитация, ленинградское время вспомним о хорошем, влог примерка Павлово-Посадские шали, Павлово-Посадские шали, глубина цвета и разнообразием, поговорим на разные темы. Павлово-Посадские шали меняются вкус. Ну вот на данный момент YouTube нам говорит, какие это лучшие видео. Вот такая у нас статистика по каналу, ее можно посмотреть вот у тех, кто, у кого есть свой канал. Поэтому спасибо большое за то, что вы подписываетесь на наш канал, спасибо большое за то, что вы смотрите. Ну, давайте смотреть активней, потому что и делиться с другими людьми. Таким образом, видео набирают определенный уровень. Вот они находятся на вершине рейтинга, и люди имеют возможность посмотреть хорошие качественные видео. Спасибо вам за поддержку, за внимание. Всего хорошего. До свидания.